До Запоріжжя прибули представники Інтерполу, Європолу, криміналісти з Білорусі та експерти з різних областей України. За останніми підрахунками, у поточному році в країні виявлено 3,5 тисячі випадків спроб продажу крадених авто з так званими перебитими номерами. Сьогодні експерти ділилися досвідом, як виявити викрадений автомобіль та на які кроки йдуть зловмисники, щоб його легалізувати. Предотвращаем и минимизируем факты, когда людей могут обмануть при продажах транспортных средств, при регистрации. То есть наши люди, которые собрались сегодня здесь, они участвуют в осмотрах транспортных средств при проведении процедуры регистрации. Соответственно, основной целью службы является выявление транспортных средств, в которых криминальным способом изменены идентификационные обозначение. В Республике Беларусь экспертная служба выделена вообще в отдельный орган, государственный орган. Мы предпринимаем все необходимые меры для борьбы с криминальным автобизнесом. Также проводим исследования, поэтому очень было важно узнать, как этот процесс осуществляется в Украине.